В Москве в Николо-Перервинской обители состоялся святочный вечер. По уже сложившейся традиции торжество началось с премьеры спектакля, а после представления гости оказались участниками праздничной программы, подготовленной студентами семинарии. На вечере побывала Ольга Гаврилова. Проводить святочные вечера – добрая традиция в Николо-Перервинской обители. При семинарии уже 16 лет существует православный театральный коллектив «Лампадка», который к светлым праздникам Рождества и Пасхи готовит премьерные спектакли. Художественный руководитель и режиссер творческого коллектива Зоя Чандра очень тщательно выбирает литературный материал для театральных постановок. Обязательное требование – глубокий духовный смысл произведения. Но у нас в основном все спектакли наши, они, конечно, не просто развлекательные порядка, а они, чтобы пробуждать в людях милосердие, чтобы какой-то был отклик сердечный, чтобы люди задумывались над тем, что вообще происходит. Сегодняшнее представление – театральное прочтение рассказа Максима Яковлева «Дар случая». Основная идея спектакля – сказать зрителям о том, как важно ценить и уважать семью. Главный герой пьесы совершил ошибку, оставив свою семью, за что потом раскаялся и получил прощение. А когда понял, решил вернуться к сыну. Но он не знает, что я его отец. Я Бог. Стыдно. И совестно мне перед ним. Брак – это одно из таинств церковных, которые Господь соединяет души человеческие. После спектакля гости прошли в трапезную монастыря, где для них было приготовлено вкусное угощение и праздничная программа, исполненная воспитанниками семинарии. Вечер получился душевный и теплый. Гости обменялись подарками и поздравлениями с Рождеством Христовым.